снайперская точность. Этими словами можно охарактеризовать российскую актрису Ольгу Сухареву, которая родила сыновей в один день, но с разницей в 3 года. Ведь даже если очень захотеть, все равно подсчитать, чтобы ребенок появился на свет задуманный день, не всегда получается. 34-летняя актриса театра и кино Ольга Сухарева является многодетной мамой. Сегодня у нее уже 3 детей, и все мальчики. Еще интересно и даже удивительно то, что Ольга родила старшего и младшего 21 марта, а среднего 17 марта. Поскольку между днями рождения сыновей всего несколько дней, супруги отмечали оба торжества в один день. А теперь семье Сухаревых, Гуркиных, праздновать 3 дня рождения в один день. Поскольку в этом году у Ольги появился на свет 3-й сын. К слову, малыши не только родились с небольшой разницей, а 2 из них и вовсе в один день, так еще родители дали им имена, начинающиеся с 1 буквы. Марк, Мирон, Макар. Послезавтра у старшего, в воскресенье у среднего, ставки повышаются. Старший очень просил, чтобы малыш имел совесть и рождался в иерархичной очередности. «Поглядим, поглядим», – писала Сухарева незадолго до дня рождения мальчишек. И еще не догадывалась, какой сюрприз ее будет ждать 21 марта. В тот самый день Ольга, как всегда, подготовила для сыновей праздник. Пригласила гостей на торжество, но что-то пошло не по плану. Как оказалось, праздник сыновей в этот раз прошел без нее, поскольку прямо с детского торжества она уехала в роддом, где впоследствии в этот же день родила 3-го мальчика. Лучшим подарком для 8-летнего Марка и 3-летнего Мирона стал младший братик Макар. По праву, совместный день рождения с появлением на свет 3-го сына с этого года теперь будет тройным. Позже Ольга делилась с подписчиками, что Макар родился весом в 5 килограмм. Впоследствии малыша окрестили богатырем. Вот это никак есть настоящий феномен. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.